Во время оно изыди Иисуса ученики своими на он полпотока Кедрска, иде же бе вертоград вон же в ниде сами ученицы Его, ведяще же Иуда, предая Его место, яко множице и собирашася Иисуту со ученики своими, Иуда вопрем спиру и от архиерея и фарисей слуги, приде там и со светильники с вещами оружии, Иисус же веды вся грядущая най, и шедрече им, кого ищите, отвещаши ему Иисуса Назарея, глагола им Иисуса звесть. Стоящие же Иуда и же предаящие с ними, их даже речи имя азъесть, и доша спять и подоша на земли, паки убого проси их Иисус, кого ищете, они же реша Иисуса Назарея, отвеща Иисус рех вам, як вас есть, а шуба меня ищите, оставите сих идти, да сбудется слово, я же рече, яко и же дал, если мне не поубих от них никого же, Симон же Петримый нож извлече его, и ударя архиерея раба, и уреза ему ухо десное, беже имя рабу мал, рече убо Иисус Петрови, вонзи нож в ножницу, чашу я же даде мне Отец, не имам ли пить и я, спира же и тысячники слые иудейские, яше Иисуса, и связаше Его, и ведоше Ее кайне первие, бебо тесь архикаяфе, и же берхири лету тому, беже каяфа давы совет иудеев, яко у ней есть единому человеку умреть и за люди, по Иисусе же идяше Симон, Петр и другие ученик, ученик же той безнаем архиереуви, и в ниде с Иисусом во двор архиереов, Петр же стояше при двери вне, и зыди убо ученик той же безнаем архиереуви, и рече дверницы и веде Петра, глагола же раба, дверница Петрови, егда и ты с ученики си человека сего, глагола он несть, стоях уже раби и слуги он сотворше, яко зима и вегреяся, беже с ними Петр стоя и грееся, архиерей же вопроси Иисуса ученицы Его и учений Его, отвещай ему Иисус, аз не обвинуяся глаголах миру, а всегда учах на сон мищах и в церкви, и где же всегда иудеи съемлются, и тайне глаголах ничесо же, что мя вопрошаеши, вопроси слышавши, что глаголах им, се сии ведят, я же реха, сия же рекшу ему, един от предстоящих ударив ланиту Иисуса рех, так ли отвещаваешь архиереуви, отвещай ему Иисус, аще зле глаголах свидетельствую зле, аще ли добре, что мя биеши? Посла же Иоанна, связано Каяфе архиереюви, беже Симон Петр, стоя и греяся, реша же ему, егда и ты от ученик его еси, он же отвеща, отречеся и реченесь, глагола единот раб архиереевых южи косы, ему же Петр урезал ухо, не азлитя видях в вертограде с ним. Паки уба Петр отвержися, и абие петел возгласи. Ведоша же Иисуса от Каяфы притор,
беже утро, и тие не внедоше в притор, да не осквернятся, но да едят Пасху. Изыде же Пилат к ним вон и рече, кую речь приносите на человека сего, отвещаша и реша ему, аще не бы был сей злодей, не быхом предали ее тебе. Рече же им Пилат, поймите его вы, и по закону вашему судите ему. Реша же ему иудее, нам не достоит убить и никого же, да слово Иисусово сбудется, рече, еже рече, на знамя, на якою смертью хотяше умреть, ниде уба паки Пилат притвор, и пригласи Иисуса, рече ему, ты ли еси царь иудейск, отвещай ему Иисус, о себе ли ты сие глаголеши, или не тебе рекоша мне, отвеща Пилат, егда жидовин есть, род твой и архиереи предашате мне, что еси сотворил, отвещай Иисус, царство мое несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои бы подвязались быше, да не предан бы был бы иудеям. Ныне же царство мое несть отсюду, рече же ему Пилат, убо царь ли си ты, отвещай Иисус ты глаголеши, яко царь есть аз, аз на сие родихся, и на сие придох мир, да свидетельствуй истину, и всяк иже есть от истины, послушает гласа моего, глагола ему Пилат, что есть истина, и серег паки изыде, ко иудеям и глагола им, аз не единое вины обретаю мне, есть же обычай вам, да едино вам отпущу на Пасху, хочете ли убо да отпущу вам царя иудейска, возопиша же паки все глаголюще, не сего но Вараву, бежер Варава разбойник. Тогда убо Пилат поят Иисуса и би его, и воини с плечи венец утерния, возложиша ему на главу, и в ризу багряну облекоша его, и глаголаху, радуйся, царю иудейский.